еще один такой вечерний, типа базарчик. Такой ресторан, живые музыканты, все вместе у тайцев смешано здесь. Тут же перекусить огромное количество разной еды. Правда, вся она тайская и очень острая, по крайней мере, пока я другой еще не пробовал. Эта жара потихоньку начинает на меня давить, я так чувствую. Так, покупаем какие-то очередные фрукты. Это что такое? Это бублики. Какие-то ежики красные. Фрукты с острыми? Да. Блин, ну они вообще ненормальные. А вот смотри, какие прикольные. Давай. Так, пойдем. Друзья, мы двигаемся дальше по вечернему Бангкоку. Смотрим, что здесь к чему. И чуть-чуть покупаем заморских фруктов, чтобы попробовать, каковы они на вкус.